були у Києві. Чи є якісь гарні новини для заводчан? Да, это я уже в Киеве очередной раз. И я ездил на заседание правления Ассоциации мэров городов Украины, но, безусловно, для меня была основная цель – это поднять опять вопрос по Одесскому припортовому заводу. И учитывая то, что я уже как бы прошел все инстанции, начиная от губернатора, потом вице-премьер, первый вице-премьер, потом премьер, потом президент, несколько встреч было с президентом, и поручения разные были. Но, к сожалению, окончательного решения так и не было принято. Вчера у меня была такая встреча и с Кличко Виталием Владимировичем, президентом Ассоциации мэров городов Украины. Мы с ним обговаривали этот вопрос у него в кабинете. И потом Виталий Владимирович позвонил премьеру, сказал, что у него мэр с Южного, и эти вопросы уже давно обговариваются, почему не решаются вопросы. И он еще сказал, что он выступает и говорит не от имени себя, как мэра города Киева, а от имени Ассоциации мэров города Украины. Говорит, мы эти вопросы обговариваем и со всеми мэрами Украины. Это уже вопрос вышел за рамки там Южного или области, он же обсуждается в масштабах государства. Премьер-министр сказал, что этим вопросом будет заниматься. И я уже ночью уехал, мне сказали до 12 ночи, ждите звонка, вам позвонят. Мне действительно позвонили и сказали о том, что была встреча премьер-министра и вице-премьера Кубева. И премьер-министр дал поручение Кубеву по данному вопросу разобраться. Я поднимал, скажем, много вопросов, но я сказал, решите хотя бы один. Сделайте возврат 495 миллионов гривен переплаты. То, что Одесский припортовый завод переплатил государству как ПДФО. И когда эти деньги нам вернут, мы закроем очень многие вопросы по заработной плате. Практически мы закроем все вопросы заработной платы. Когда была встреча Кубева и с премьер-министром, премьер-министр его пригласил, у меня с Кубевым уже была назначена встреча несколько дней назад, я уже садился в машину ехать к нему, но когда он узнал, что я еду по вопросу Одесского припортового завода, он эту встречу отменил, потому что сказал, это не его полномочия, он должен получить указания от премьер-министра. Сейчас он получил прямые указания от премьер-министра. Насколько я знаю, что сегодня уже были встречи Кубева и представителей, руководителей налоговой службы, фискальной службы Украины, где эти вопросы поднимались и должны были решиться. Сейчас я опять-таки на телефоне жду результатов из кабинета министров. Мне должен позвонить помощник первого вице-премьера Кубева Степан Иванович. Поэтому буду ждать результатов. Я думаю, что завтра у нас будет встреча на Одесском припортовом заводе. И я думаю, что какая-то информация будет, я обязательно доведу к сведению работников завода. И сегодня у меня уже была встреча с директором завода Назаренко Сергея Николаевича. Я ему тоже эти вопросы говорил, даже с ним говорил по телефону. Не, я при нем говорил по телефону и с руководством. И Ассоциация мэров городов Украины включал громкую связь, и нам там как раз объясняли, что эти вопросы сейчас решаются, и ждите звонка, мы обязательно вам позвоним. Поэтому все с надеждой будем ждать. Для нас это очень-очень важно, вернуть 500 миллионов гривен Одесскому припортовому заводу. И как мне сегодня сказал Сергей Николаевич, что они сейчас готовятся серьезно к пуску завода, где будет работа на Давальческом сырье. И это, наверное, расскажет сам Сергей Николаевич, но если пойдет первая проплата, потому что там уже как бы уже идет договор проплата за газ, сейчас может быть какая-то предоплата на завод, и Сергей Николаевич сможет платить, как он мне сегодня сказал, сможет платить подекадно, выплатить все долги по заработной плате на Одесском припортовом заводе. Ну, а если мы получим, дай бог, чтобы мы получили еще те деньги, о которых я говорю, тогда проблем финансовых на заводе не должно быть. Но поверьте, что я уже исчерпал все возможности. Остались только международные какие-то, я не знаю, обращения. Ну, я думаю, что они ничего не дадут в ближайшее время. Но в масштабах нашего государства я старался уже решить все вопросы, потому что уже некому обращаться больше.
Поэтому будем ждать результатов. Вы знаете, что мы проводили сессию городского совета. Буквально там неделю или чуть больше назад я дал такую очень серьезную телеграмму премьер-министру, сказал, что на заводе катастрофическое положение, что оно не терпит отлагательств. Это нужно решать срочно и сейчас. И я же и с вице-премьером, и с министрами, ну со всеми. И в Киев несколько раз здесь. Сейчас на заводе я практически общаюсь с директором каждый день, а то раз, то два раза в неделю и обязательно на заводе. Поэтому сделаем все возможное, чтобы вот выйти из той сложной ситуации, которая сложилась на Одесском припортовом заводе.